Какой чудесный день! Солнышко! Как вам? Как вам денек? А у нас с вами суббота. Какое сегодня за число? 22. Сегодня 22 января. Вот. Так, мы сейчас с вами поедем в несколько магазинов. Солнце прям так светит мне. Поедем с вами в несколько магазинов, посмотрим Вите телефон, потому что он пользуется моим, и мне это сильно мешает. Посмотрим, надо купить картридж на этот. Сейчас я расскажу, ребят. На принтер. И, конечно, продукты. Куда без этого? Так что берем вас с вами. Ну что, ребят, мы с вами в вашем любимом магазине. Сегодня такое солнце, солнце, я прям не знаю. Да, пап? Да, папа у нас сегодня фэнси-шмэнси. Это на английском, ребят, это я от преподавателя в школе портного услышала слово, перевела его, не знала, что значит фэнси-шмэнси на английском. Это супер-пупер. Так что мы тут тоже словечки какие-то подучиваем. Сегодня суббота, все с телегами прут, полными, вбитыми. Вот. И мы с вами сейчас пойдем. Так, ребятки, ну что, мы с вами идем. Ну, знаешь, мы уже привыкли к нашим крики туда, мы знаем, что с ним делать. Как, ну, не знаю, ну, вообще самый такой известный, это вот этот Verizon, все им пользуются. Тоже, знаешь, кого-то у Олега, по-моему, убирает, был у него, там интернет не ловил, там, там. Да? Ну вот на крикет-то у нас нету жалоб, у нас всегда везде все работает, нету, и да. Интернет такой классный на нем. Не знаю, можно в крикете попробовать узнать. Мы как-то сегодня с тобой пошли по-странному вообще. Ты меня потащил, я хотел просто телефон посмотреть, а ты меня потащила в продукты. О, смотри-ка, это, еду стали раздавать. Интересно, как они хлопья эти раздают? Их же надо с молоком. О, видишь, там люди что-то сидят. Или они просто показывают? Просто показывают. Красиво. Давай, с чего нам надо начинать? Давай, с молочки нам надо начинать. Вам йогурты надо? Давай возьмем. Давай, бери. О, тут вообще как тебе? Давай, акция такая дешевая. О, да, что-то по акции. За 24 упаковки. Да. Все берут. Все видят и все берут. А что-то прям такие скидки, смотри, зеленый ценников сколько. Вот почему-то на наши сырки нету скидки. Женщина две упаковки взяла в ТВ. Ну, она потому что, блин, недорого. Ну, мы не будем жадничать. Мы не будем. Потом что с этим делать? А, масло, наверное, нам надо взять. Вот оно. А масло, по-моему, на другой стороне. Вот оно масло вообще-то, которое мы брали. Ну, что-то смотрю, цена как... А, вот, 7,19. 7,19 такая пачечка. Поворачиваем. Сюда. Вафли уже у вас есть еще, да? Вафли, короче, полно. Полно вафель. Они все время все перекладывают. Мне это раздражает жутко. И что-то другого набралась, да? Ты меняла свой маршрут, увидела другие товары. Mm. Ну и есть такое дело. В общем, ребят, сегодня торопимся. Если вас качает, вы уж меня, ну, простите. Я вообще смотрела другие сосиски, но я их не увидела. Да, пошли в этот холодильник, нам надо яйца купить. У нас одна пластинка осталась.
вообще этот халатик. Так, я вот этот салатик возьму, я сейчас на салатике присела конкретно. $9 он по акции. По акции, говорю, салат. Так, сюда мы с вами пришли. Молоко у нас есть, нам надо шоколадного молока взять. Half and half. И вот сейчас мы с вами за яйцами вернемся. $7.39, две бутылки. Я чуть сюда не положила, в чужую телегу. Так, простите меня, простите, если вас трясет. Сегодня очень торопимся. Вот, берем такие вот яички Kirkland. 8.99. О, ребят, смотрите, какие ребра маринованные. Какая-то шурма. Рулетики. Такой салат. Я его весь съела. Пюрешка, смотрите, с чем-то. Перец. Этот салат, я не знаю, это что-то, наверное, мексиканское. В общем, салатики, ребят, еще. Немножко вам ленты на яйца. Смотрите, какая красота. Слаймиком. Мясо нужно брать. Помните, мы с вами вчера были в этом? Там $9 одна моцарелка стоит. Так вот, в Коско два пака стоит $7.99. Есть разница? Почувствуйте. А это уже готовые яйца. Открывайте, типа, и омлет. И он там уже готовый омлет, вот так вот. А, и знаете, что я еще не увидела? Я не увидела десерты Макса, хотела ему взять. Но что-то их не увидела. Странно, обычно здесь лежат. Обычно здесь, говорю, десерты не увидела. Роду кишит, ребят. Смотрим. Не знаю. Это тунец, походу, да? Ну да, это тунец. Ну да, видно. С рыбой тут какая-то прям бедуля, так сказать. Большого выбора нету. Такого, чтобы взять. Вот красненькая. Она на этом. Может, вот эту возьмем? Ну да, мы ее брали, вроде она ничего. Вот это, давай нижнюю возьмем. Вот мы форельку взяли, вот такую. Бегим с вами за хлебом. У нас сегодня просто столько дел, а еще же начался колледж, столько уроков. Ой, еще у меня куча новостей для вас. Все скоро выпущу, все скоро расскажу. Вот, сейчас с вами идем за огурцами и салатом. Я сейчас стала есть очень много салата, поэтому идем. Так, вот он. Наш самый любимый с сынулькой салат. Пап как-то не очень его, а мы-то очень с сынулькой. И огурчики я здесь беру, да, традиционно. Сейчас возьмем. Вот мужчина стоит возле огурчиков наших. Только тут надо смотреть, они примораживают, ребятки, примораживают огурчики тут. Холодновато. Порванная упаковочка была. Но вроде ничего. Берем. Так, бананы взял, глянь, какие красивые. Бананчики, смотрите, какие красивые. Картошечку берем. $4.99. Ну, нормально. А, вот помните, я вам говорила, вот прям нарисовано, что эта картошка хороша для пюре. Так, лук у нас есть. Не знаю, как насчет помидорчиков. Возьмем, наверное, вот эти.
помидорчики с ягодками. Ага, сейчас мы еще возьмем мандаринчики. Мандаринчики? Да-да-да, это те, которые сладкие. Так, все? Все. Так, подожди, не все, что-то мы не взяли. По-любому. Ананас не хочешь взять один какой-то? Нет. А что-то как-то с ягодами совсем грустно, да? Ягод-то нету вообще. Вон ананас и все. Ну, как-то так. Так, салаты мы взяли. Я не взяла этих, сосисок. Пойду возьму сейчас быстро. Да, ребятки, сейчас, конечно, со временем просто... Просто темнота. Но... Возьму эту колбаску, она просто шедевральная. Просто темнота со временем. Ну, терпите. Сейчас придет лето, появится немножко больше времени, а закончится много всяких учеб, отпадет. И... Хай. И будет вам счастье, и нам будет счастье. Будем больше снимать. Я сегодня все обошла. Прям нету вообще никаких десертов. Вообще. Кстати, у меня такая свекла есть. Не знаю даже. Ой, смотри, какие равиольки интересные. А. Не знаю, с чем-то надо, с забавлением чего-то. С кабачком, что ли. Органик равиоли. А, не знаю. Могу сказать точно, что нету этого. Нету десертиков. Хотела Максу десертик взять, нету. Я не собираюсь это. Ну что, дорогие мои, всего по чуть-чуть. Чуть-чуть, и, в общем, тележечка наша набилась. Ну, набилась тем, что надо. Ну, thank you. Вот эти свою рекламу видел про сковородки. Там, ну, они там такие. Там можно и ложкой, и вилкой. Да? И, да, и... Потрясающе. Нам такую надо. Ой, смотри, какие столики классные. Куда он теперь такой? Ну как это, перед диваном ставят такое. Я в этом видела рекламу на него. Ну да. Протеинчик, да? Изолят. Протеин и изолят, да. Шоколадненький. How much? Наверное, 29. 39? 29. А, ну он какая-то акция у них, он 21,99, а так 29 стоит. Это ванильный, а у нас шоколадный. А где ваниль? Ты видишь? С той стороны. Так он одинаковый. Тебе нужен протеинчик? Нет, я смотрю. Вот он. Другие. Протеин. Ладно, пошли. Мы же... На натуральном. Долго ты на натуральном собираешься? Конечно. Конечно. Нам коллагенчику. Сманиваешь на черную сторону. Я тебя, да. Потому что у тебя результаты быстрее. Протеин-то это не химота. Все, оно химота. Все химота. Все химота. Нам бы коллагенчика с тобой пропить. Хорошо бы. Я не перейду на черную сторону. Черная сторона. Вот мы, ребята, складываем свои продуктишки. Витя выкладывает. Да, знаете, что еще никогда я ни разу не говорила, но в Costco нет пакетов. Видите, вот коробки. Вот сейчас Витя пошел себе коробку искать, которую удобно будет носить. Выгреб. На тебя так женщина посмотрела. Какая имя? Мужчина пикнул мою карточку. Я говорю, какая именно? Вот та беленькая. Не буду туда камерой вести. А, да и ладно, господи. Топтыжим с вами на выход. У нас сегодня такие скромнюсенькие покупочки. Воды не взяли. Сейчас в Walmart'е надо взять упаковку воды. Потому что дома вода закончилась. Окей. Даем с вами. Hello. Thank you. You too. Все, мы с вами вышли. А?
танцовый. Не, ну этот такой, знаешь, бывает противный, этот нормальный. Так, где? Где-то вот здесь заправки. Вон она где стоит наша машинка. Ой, далеченько. Что-то ты обычно нас миллиметришь, мы всегда возле этого входа. Да, сегодня все как-то битком вбито все прям. Пять километров? Витенька нас хочет начать бегать по субботам. Ну, почему? Да, я не говорю ничего плохого, я говорю, что ты хочешь начать бегать. Нашел группу ребят, которые бегают по субботам. Вот. Просто ты сказал, я объясняю, о чем речь. Вот, сегодня ребята бегали, бежали 5 километров. Вот, и вот он так говорит, что в следующий раз, наверное, они тоже так что-то побегут, да, пап? Побегут, но там другой. Другой маршрут? Да, Витя сказал, что ему сбросят на следующую субботу адрес, его там добавили в группу, и он побежит тоже. Вот так. Ребятки, мы с вами ведем съемку на новенький iPhone 12. Так, ребят, мы были сегодня в Costco, небольшие покупки у нас есть, кроме самой большой покупки моего iPhone 12, конечно. Что? Ну, я покажу. Так, значит, мы купили вот такую вот упаковочку салатиков, она стоила $9, это по акции. Стол у нас сегодня занят, папа сидит разбираться со своим новым iPhone, поэтому уж простите. Вот, это, да, он ворчит, говорит, каким сном, с твоим старым, ну, у него не было смысла ни разу айфона. Так, вот такие, вот так выглядит салатик, видите, тут все есть, курочка, сыр, а, подождите, что-то я не пойму, тут курочка и тут курочка, в общем, сам чем заливать, дрессинг и сам салатик, вот так. Таких вот 4 упаковочки $9 стоит, вот. Потом вот такое вот молочко, ну, мы его каждый раз берем, да, оно стоит у нас $7.33 за 2 упаковочки. Вот такая вот упаковочка яиц стоит $9, масло стоит почти 8, 7 с копейками, 7.50 за 4 вот таких вот слайса. Значит, говядина у нас 19.71, рыба 12.61 стоит. Вот такая вот упаковка сосисок стоит $12. $5 стоит вот такие вот помидорки. $6 стоит салат. $3.50 стоят вот такие вот огурчики, которые маленькие со вкусом огурчиков. Так, $7.99 стоит вот такой вот, вот такие вот слоечки. Это штрудель. Ну, другими словами, он с яблочком идет. $21 стоит вот такая вот палка колбасы, это сырокопченая колбаса. Мы уже брали такую на Новый год, она очень вкусная, нам очень понравилась, поэтому мы купили опять. Вот так, $9 стоит вот такая вот упаковочка сыра, видите, из разного, разными вкусами сырок, и она очень удобна, что она идет вот с зипой. Да, вы ее откроете, потом поедите, опять закрыли, взяли, чего вам надо, очень удобно. Так, хлеб я вам сказала, да, хлеб, который мы берем обычно, $5 стоит. Поверни вот так вот. Зачем? $5 стоит. Потом вот такие вот мандаринки, ребят, такие вот мандаринки $6 стоят. Очень какая-то дико дешевая цена была на Активию, да, пап, что-то $5 она стоит. Ну и, собственно, $4.50 стоит картошка. И что у нас еще осталось? У нас осталась вода. 40 бутылочек, $4.50. Мама. Так что вот это вот и все, ребят, что мы сегодня с вами купили в магазине, закупили, взяли.
Вот, и вышло у нас это в итоге на 169,14. Весь чек из Costco. Простите, что сегодня такой беглый обзор, и я не разложила все внимательно, как вы привыкли видеть на столе, но сегодня совсем нету времени, нужно сделать домашку. Вот, и в колледже, и в школе портного, и, собственно, мы еще не ели, и мы целый день оформляли, мне телефон покупали. В общем, искали, где купить. В общем, заняты были. Я счастливая, уставшая. Простите меня, если я вам не так что-то сняла. Надеюсь, вы будете довольны. Это был канал Америка First с Екатериной. Как всегда, не скучайте, не грустите, не болейте. Если у кого какая беда, все скоро-скоро наладится. Ну и до встречи с вами в Америке. Всем пока-пока!